Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Всем добрый день. И свое особое мнение сегодня высказывает депутат Законодательного собрания Кировской области Дмитрий Русских. Дмитрий Михайлович, привет. Светлана, большой привет. Мы с тобой не виделись почти 100 лет. Да, виделись-то часто. Да, но в эфире не были полгода. Здесь не встречались очень давно, действительно. Начнем с темы, которая, тем не менее, всегда-то присутствовала в новостях и обсуждениях. Это лагерь в Крыму. Надо сказать, что министр образования Кировской области господин Измайлов получил вчера выговор за срыв детского отдыха в Крыму. Я бы сказала, что министры у нас не часто получают выговоры. На моей памяти последние 2 получали за промпарк в Вятских Полянах. Было за что? Ну, я думаю, что всегда есть за что. Ты в курсе, наверное. Ты же только что вернулся из лагеря, да, из нашего лагеря. Да, я в курсе. И в пятницу я разговаривал с исполняющей обязанности. И я жду подробную историю. Я думаю, что все ждут подробную историю, что там происходит. Ну, на самом деле, там пока ничего не происходит по причине того, что... Помните, был такой премьер-министр Черномырдин, который говорил, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вопрос, кто хотел как лучше? Я думаю, что и кто сделал как всегда? Я думаю, что все хотели как лучше, начиная там от жителей города Кирова и Кировской области, которые были на самом деле заинтересованы в том, чтобы отправить своих детей. Депутатский корпус Кировской области, я думаю, что в каком-то формате был заинтересован. Я думаю, что на каком-то этапе был заинтересован Никита Юрьевич Белых. Значит, и, конечно, крымская сторона, она была очень заинтересована, чтобы передать этот лагерь, и мы, в принципе, его получили в мае месяце, 22 мая. Нам передали. Я помню, что мы по лагерю работали, я имею в виду область, с разных сторон работала 2 года. 2 года почти, да. Значит, мы работали по стороне Госсовета, как с нашими коллегами, депутатами Госсовета Крыма, и по стороне правительства занимался этим изначально Никита Юрьевич Белых, а дальше уже передали Роману Бересневу и Александру Александровичу Галицкому. Угу. То в данном случае эта работа велась, и она, в общем-то, поимела какой-то результат. 22 мая мы все-таки получили договор аренды. Этого года? Да. Накануне, собственно говоря, практически в открытии сезона. Да, и хочу сказать, что, наверное, за месяц было очень сложно его открыть, потому что, в принципе, подготовительные процессы и то изменение законодательства, которое произошло с украинского на российский, оно совершенно по-другому сегодня требует подхода и совершенно других усилий для того, чтобы сдать лагерь в Крыму. Я прошу прощения, сейчас я буду уточнять. Во-первых, напомню, что это лагерь имени Володи Дубинина. Володи Дубинина, да. Раз. Во-вторых, я скажу, что мы буквально после нашего эфира выложим фотографии, которые Дмитрий Михайлович привез из этого лагеря. Он уже нам показал, чтобы вы тоже посмотрели, слушатели, как сейчас это все выглядит. В-третьих, ты говоришь, что проблемы с документацией, а мы говорили о том, что не принял лагерь Роспотребнадзор, да. В частности, были связаны и в связи с переходом с украинского законодательства на российское, и с новыми требованиями. Да. Ты хочешь сказать, что требования с украинского законодательства были не такими серьезными? Ну, они были более гибкие. Сегодня российское законодательство, оно более аргументированное и жесткое. То в данном случае понятно, что еще тут повлияло, я вам сразу скажу, что ситуация в Карелии. Угу. Мы как раз попали в эту развилку, когда прокуратура, в том числе и Крыма, очень активно начали проверять все пионерские лагеря и санатории, курортные места, где находятся дети. Крыму. Понятно, что внимание было привлечено громаднейшее к той ситуации, которая произошла в Карелии. Ну, много что сложилось, но, наверное, больше всего сложился там человеческий фактор, как обычно. Когда я говорю, что хотели как лучше, а получилось как всегда, ну, кто-то, понятно, в какой-то момент не оценил свои возможности, не оценил свои способности. Это длинная прелюдия такая, да. У Дмитрия Михайловича. Я вам сразу скажу, что сейчас наших детей в этом лагере нет. Да, но кировские дети в Крыму есть. Что произошло? Значит, 28 числа у нас должна была открыться первая смена. В принципе, со салютом. С салютом, да. Которые, да, мы обещали, мы даже собрали там с определенной частью депутатов денежные средства для того, чтобы обеспечить лагерь полностью всей подготовкой там туристической, спортивной, вплоть до велосипедов, для того, чтобы нашим детям было там интересно. И мы там, на самом деле, это все осуществили, все это отправили, это все пришло к 28 числу. Значит, здесь была, напомни мне, пожалуйста, с нашей стороны возглавляла сотрудников, которые поехали в Крым. Значит, это у нас этим вопросом Татьяна вообще было передано Галина Павловна. Галина Павловна,
Фамилию сейчас я не помню. Значит, на самом деле, когда вопрос решился о передаче пионерского лагеря, который в Крыму, передали Министерство образования, они передали учреждению своему, которое так и называется, по развитию туризма и отдыха вообще как бы в Кировской области. Это учреждение при Министерстве образования, и его директор и была... Галина Мезрина. Да, Мезрина, которая, в общем-то, и была откомандирована и занималась открытием лагеря. И до последнего дня, до 27 числа, она внятно не говорила, там будет первая смена, не будет первая смена, и ничего не происходило. И все-таки первая смена полетела, и в этот момент буквально в аэропорту многим родителям сказали, что лагерь все-таки Роспотребнадзор не открыл. Прямо в аэропорту? И что, родители забирали своих детей? Ну, насколько я знаю, там 3 семьи отказалось ехать, и остальные там поехали, потому что у нас там основную часть составляли дети-сироты и школы-интернатов. Значит, плюс у нас там было по детскому фонду «Одаренные дети», которые мы как раз тоже благодаря там депутатскому корпусу мы выкупили 11 путевок для того, чтобы они поехали, именно «Одаренные дети» через детский фонд. Значит, ну, понятно, что как бы дети собрались, вожатые набраны, а родители все-таки запланированы, то в данном случае, конечно, полетели, и слава богу, что у нас там есть очень много как бы друзей в Крыму, и Госсовет Крыма, и Министерство образования Республики Крым пристроило наших детей и отправило, ну, на мой взгляд, в очень хороший лагерь, называется «Алые паруса», только он находится в Евпатории. Я буквально вчера там был, потому что посчитал, что необходимо проверить, как все-таки... Вчера, наверное. Да, в понедельник я там был, да, приехал, как раз попал, как раз там были всякие веселые мероприятия, концерты проводили по отрядам, и переговорил с нашими детьми, их там 65 человек у нас, плюс 7 вожатых. Это все наши дети, 65 человек? Все наши дети, которые должны были ехать в наш лагерь, но в связи с тем, что лагерь не был сдан Роспотребнадзору, эти дети уехали в другой лагерь. Но... А напоминаю, наш лагерь может принять в 3 раза больше детей, чем в 6. Ну, вообще, как бы у нас мощность лагеря там позволяет принять до 300 детей. А. Значит, задача была в этом году хотя бы формировать 150, там, 180 человек, чтобы в смену там было. Для того, чтобы именно дать тот комфорт и то качество, которое, в общем-то, и хотелось бы дать. Итак, 65 кировских детей... переехали в лагерь, сразу отправились. Да, сразу уехали в Евпаторию, значит, «Алые паруса». Еще раз хочу сказать, что я очень спокоен, что там все хорошо. Детям очень нравится, они там вчера кричали, шумели мне, передавали всем привет. И детскому фонду, и родителям. При всем при этом, они такие были счастливые и радостные, что я до конца понял, что в принципе, вот эта радость моря, вот эта радость, потому что большинство детей вообще никогда не видело моря, да. То, что у них есть возможность куда-то поехать, искупаться в море. Сегодня буквально они идут в аквапарк. На 4 часа все 65 человек, значит, туда едут на 4 часа, они будут там в сопровождении вожатых и руководства лагеря, значит, 11 числа у них зорница, ну, так все у них весело и здорово, но на самом деле просто надо видеть этих детей, я специально для Валентины Павловны Ивановой даже это все снял, чтобы они... Дмитрий Михайлович сидит и улыбается. Да, да, ну, на самом деле я получил полное удовольствие, что все-таки то, что мы пытаемся сделать и создать вот именно условия для наших детей в Крыму, это очень правильное направление. Хорошо. С этими детьми все понятно, слава богу. Они в порядке, здоровые, веселые, здорово, и счастливые. Да. Что ты увидел в нашем лагере имени Володи Дубинина? Ну, в нашем лагере Володи Дубинина я увидел, что мы фактически за короткий срок, за месяц, очень сложно, конечно, подготовить лагерь, но то, что я увидел сейчас, и то, что они делали один месяц, я понял, что они, в общем-то, ничего не сделали. То как раз и... Я напомню, что госпожа Мезрина здесь в нашем эфире говорила, что там работает целая бригада сотрудников, которые были посланы туда, и они, не покладая рук, там красят, белят, ремонтируют. Ну вот это покладание рук я, честно говоря, не увидел. И очень еще раз хочу сказать, что к нам очень хорошо расположился вообще все руководство Крыма самого высокого уровня, плюс глава города Алушты Галина Ивановна, которая с нами там потратила на нас 2 дня. Мы с ней вместе выезжали в этот лагерь, она все посмотрела. И, конечно, мы увидели совершенно там, на мой взгляд, непонятные вещи. Ну расскажи, что это? Ну, вкратце там, подготовка все-таки, она не составляет тех условий, которые, в общем-то, даже написано по заключению Роспотребнадзора. Хуже ситуация. Она, с одной стороны, хуже, а с другой стороны, она вроде как бы наполовину там исправлена. Но в требованиях Роспотребнадзора не было
тех вещей, которые мы еще дополнительно увидели. То, вы считаете нужно? Что мы считаем, что это необходимо, потому что я считаю, что там кухня – это там основное там, место, где вся готовится пища для детей, это определенная безопасность. То там есть недоработки, и там нет посудомоечной машины, там жарочный шкаф, соответственно, совершенно другой. Нет стиральной машины для детей. Ну, какие-то есть вещи, там нам показалось там, вместе с Галиной Ивановной, что места… Галина Ивановна – это мэр? Это мэр города Алушты. Алушты. Да, нам показалось, что в принципе можно было совершенно по-другому подойти и комнатам, где дети должны умываться, стираться. И а принимать. Я правильно понимаю, что вы там активные там депутаты и чиновники, которые этим занимались, делали запрос, что нужно купить для лагеря, и депутаты деньги собирали. И мы собрали, и самое интересное, что мы все купили, но только купили, оказывается, когда я посмотрел, на самом деле не вещи первой необходимости. Когда я в понедельник спросил Галину, в субботу на совещании у главы Алушты, вот Мездрину, зачем она написала нам то, что можно было бы и не покупать, а мы бы лучше купили все необходимое в виде там, я не знаю же, этих же посудомоечных машин, там, стиральных кулеров, которые там сегодня по Роспотребнадзору, по российскому, должны они должны быть в каждом отряде, в каждом месте пребывания детей. У украинцев такого не было. Значит, при этом и точно так же можно было купить различные там душевые кабинки, там какой-то унитазы, которые там. А вы купили, напоминаю, а мы все купили для того, чтобы для тенниса, мячи, спортивный, спортивный инвентарь, туристические велосипеды, значит, палатки. Ну, на самом деле все это нужно, но это нужно тогда, когда есть разрешение Роспотребнадзора, и наши дети находятся в этом лагере. Сегодня ситуация другая. Там все куплено для игры детей, только детей нет. При этом там место 30 человек, которые должны отвечать и подготавливать лагерь, там сантехники, маляры, штукатуры. Там сидят повара, там 12 человек, и врачи, и как бы какие-то еще дополнительные люди. Они все приехали из Кирова, и при всем при этом они там живут и проживают, но а детей-то там нет. Стоп, здесь мы сделаем перерыв на одну минуту, после чего вернемся, и ты тут поподробнее расскажешь, что там делают все эти взрослые люди. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько, и свое особое мнение сегодня высказывает депутат законодательного собрания Кировской области Дмитрий Русских. Итак, лагерь имени Володи Дубинина в Крыму в отсутствие детей принял в свои объятия, так сказать, целую группу тех людей, которые должны были обслуживать специалистов, наших, да, специалистов, которые… приехавших из Кирова. Да. Так. Во главе с Галиной Мезриной. Да, Галина Павловна тоже там присутствовала, да, потому да. что, в принципе… Это центр детского и юношеского туризма и экскурсии. Да, Кировской области. Итак, повара, медики, видимо, вожатые. Какая-то часть вожатых, потому что 7 вожатых уехали с ребятами в Евпаторию. Евпаторию. Да, ну и еще какие-то там, видимо, сторожа какие-то. Есть Но какие-то… ты не увидел там рабочих, которые должны были быть в процессе, потому что и Галина Павловна, кстати, говорила нам, что… В принципе, все готово для открытия лагеря, но рабочие остаются и будут доводить лагеря до ума. Их там не было. Ну, на тот момент, когда мы были в пятницу, в субботу, я никого их не увидел. И это был главный вопрос нашей группы, в том числе меня. Значит, там еще были депутат Князев, было сопровождение Галины Ивановны, главы Алушты, mm-hmm. там еще определенные специалисты, которые с нами приехали для того, чтобы на самом деле уже на месте посмотреть, что еще нужно сделать для того, чтобы лагерь открылся. У них там полное понимание того, что они так хотят, по-моему, больше нашего Министерства образования, чтобы лагерь все-таки открылся. А вот это интересно, скажи, почему? Вот это отношение, с вами провели там 2 дня, с вами везде мэр города ездил, собственно, вам передали лагерь. Вы да, это уже, сами, это уже и наши забота, проблемы. Да, они, да. Ну, вот так они расположились, вот такие у нас сложились хорошие отношения. И, в принципе, они вообще всегда относятся к тому, чтобы что-то бы на территории открывалось, чтобы функционировалось, потому что этот лагерь 2 года не работал. При том, что они очень бы и нам и говорили, что мы бы даже вас бы обеспечили, наверное, какой-то частью кадров, потому что у нас они тоже есть там, да, значит. И, конечно, это все равно же для них рабочие места. В принципе, лагерь должно обслуживать примерно 50 человек, если он там заполняемость будет хотя бы половина. То для любого нормального главы города там, да, рабочие места, какое-то движение детей, там, какие-то экскурсии. Это же все хорошо. В принципе, это все в пользу. Что удалось сделать за 2 дня?
Ну, в принципе, удалось до конца понять, что со стороны там, потому что некоторые наши друзья из правительства области говорили о том, что там во всем виновата крымская сторона, они не хотят принимать наших детей, ой, да, они там вставляют палки, саботажем занимаются, да, в том-то плане. Значит, мы сейчас точно там понимаем, что врагов и диверсантов на территории Крыма я не заметил. Я увидел совершенно другое отношение, потому что ты правильно заметила, что глава города там 3 часа посвятил нам там, да, это уже говорит о том, что, как бы, извините, я не думаю, что у нас был глава города там... Лично она выехала, да, на объект. Она лично на объект. Себя принимала, в том числе и Галину Мезрину, да, и там посмотрела, что трубы, ты говорила, да, рассматривала, да, как они покрашены, да, не покрашены в лагерь. То видно, что человек, ну, реально, как бы, он живет там всеми проблемами, он готов в них участвовать. Она даже сказала, что, ребят, простите, что хотите, да, единственное, что у меня нет, это денег. Но вот скамеечки надо подремонтировать, подремонтируем. Надо ступеньки сделать, у нас там спуск есть к морю от лагеря. Там наложен сервертут, и это непонятно, чья территория. Она сказала, мы сделаем эти, вам эти какие лесенки, чтобы дети были, ходили хорошо. У меня есть по программе там минимум, я могу вам дать 2 экскурсии в неделю, там бесплатно для ваших детей. Кстати говоря, вот Галина Мезрина нам говорила, что 1 экскурсия в путевку, которая стоит 37 тысяч, точно войдет, а вторая там уж, потому что, к сожалению... И скидок нет. Да. А тут он бесплатный. А Галина Ивановна говорит, я готова на это пойти. У меня есть в программе там, в бюджете там, города Алушты, вот эта вся программа. Мы вам дадим вашим детям бесплатно хотя бы 2 экскурсии там, в смену или там, 1 в неделю. Плюсом. К тому, что у вас есть. То здесь там четко есть понимание того, что как она проводила совещание по открытию лагеря и вызывала каждого руководителя того направления, который написал нам замечание. Там было видно и понятно, что, в общем-то, желание у них гораздо больше, по-моему, чем у нас. Ну, по крайней мере, я правильно понимаю, что вот все эти действия мы не могли за месяц произвести, и это объективные причины. Теоретически, я думаю, что это да, но при всем при этом тогда ответственное Министерство образования, директор, которая уехала туда, она должна была сказать, что это невозможно, и первую смену не надо организовывать, и может быть даже вторую. Но была основная задача все-таки приехать в хороший лагерь наших детей, и уже без разницы, была бы это первая или вторая или третья смена. А когда до последнего дня говорят, что все хорошо и все делается, и все отлично, а на самом деле все с точностью наоборот, да, то, конечно, это проблема, и это, за это надо наказывать. Потому то, что вопрос что касается детей и родителей. Что да. Прямо в аэропорту говорят детям и родителям, что извините, едем в другой лагерь. Тут есть за что давать выговор. Кстати, какая реакция была после разбора полетов у министерства? Реакцию министерства не знаю, Александр Александрович Галицкого тоже не знаю, потому что он курирует это направление, он, к сожалению, на больничном, но, по крайней мере, исполняющий обязанности Кузнецов в ситуации, мне кажется, очень быстро разобрался и понял, где все-таки идет саботаж и то, в чем виноват. Я даже знаю, что перед тем, как ты улетел в Крым на прошлой неделе, да, уже было поставлено условие, что если до пятницы не будет картины объективной, что лагерь может принять детей вторую смену, то будет разорван договор по лагерю и до свидания, Крым. Да, даже было немножко не так. Было во вторник уже дано распоряжение подготовить документы на расторжение договора. На прошлой неделе. Да, на прошлой неделе, после чего, когда я узнал, при тебе, кстати, узнал. Угу, да, значит, я зашел к исполняющему обязанности, попытался с ним все-таки обозначить тему, что если мы сегодня принимаем такое необдуманное и быстрое решение, мы больше никогда не вернемся в Крым. Это однозначно невозможно. Значит, 2 года коту под хвост, по-русски говоря. Значит, при этом попросил его все-таки не принимать такие поспешные решения, потому что в среду должен был уже расторгнут договор. Но там у него были основания, почему он мог принять такое решение, потому что ему представлена информация. Ему была информация поставлена совершенно не та. Значит, во всем обвинили, еще раз говорю, крымскую сторону о том, что этот лагерь для нас убыточный, значит, и одни убытки. При всем при этом, когда мы в четверг прилетели, я встречался с председателем Госсовета Крыма Константиновым, которого уже там очень хорошо и лично знаю, значит, он 3 раза мне сказал, что в Крыму нет убыточных лагерей по определению, никогда их не было. То сегодня дело даже не в том, что как бы вопрос в деньгах, а в том, что это перспектива и это единственный шанс, потому что сегодня в Крыму уже никому лагеря не передают. Значит, спрос других территорий очень большой, тем более они не берут в аренду, потому что в практике такого нет в Крыму. Значит, мы единственные, кому дали право аренды. Все остальные республики и регионы просят и покупают эти лагеря.
Понятно, что для дефицитного там, бюджета Крыма гораздо выгоднее продавать объекты, которые, в общем-то, сегодня у них пошли после национализации, для того, чтобы пополнить свой бюджет. Правильно я понимаю, что вчера была пресс-конференция, посвященная... Вчера ее не было, по-моему. Нет, но заявление было сделано, я просто не видел. И новости вышли по лагерю в Крыму. И я так понимаю, что после переговоров, которые вы провели в правительстве, было принято решение, что лагерь сохраняем. Да, я думаю, что это все-таки такое взвешенное и правильное решение, несмотря ни на что, и смотря с той точки зрения, что совершены были там большие ошибки, которые, в общем-то, в первую очередь, там, бог с ним, там, то, что мы... как бы что-то не успели и что-то сделали неправильно, и человеческий фактор сработал не в нашу сторону. Главная проблема, что мы не должны передвигать наших детей да, какой-то определенным проблемам, испытаниям и каким-то движениям. Конечно, да. Потому что дети, все выстраивается для безопасности детей. Это мы поняли. Давай мы сейчас про перспективы. Что сейчас будет происходить? Значит, вчера мы провели там совещание у исполняющей обязанности Алексея Борисовича Кузнецова и договорились, что мы идем двумя этапами. Значит, мы сейчас решаем первый этап о том, что мы не расторгаем никакие договора. Мы пытаемся все сделать, сосчитать и все-таки запустить процедуру открытия лагеря в этом сезоне, как бы это ни было там тяжело и сложно, потому что это перспектива на следующий сезон, что мы на самом деле открылись. И буквально, когда закончится этот сезон, с 1 октября мы начинаем уже просматривать ситуацию подготовки лагеря уже к следующему сезону, уже досконально, четко, понятно, с внесением определенных средств для того, чтобы выделить их из областного бюджета, и чтобы в следующем году у нас лагерь уже был совершенно другим. А все-таки средства из областного бюджета должны будут быть выделены на это? Мы считаем, что это должно быть на первом этапе, потому что как бы, когда в следующем году мы будем подготовлены, у нас будут все разрешения, и у нас будет как бы ясная картинка, никаких проблем с загрузкой лагеря не произойдет, потому что на сегодняшний день, я насколько знаю, что уже есть обращение там, с города Москвы, они готовы были отправить 400 детей. Значит, по комплектации лагеря, а в общем-то это доходная часть, значит, никаких проблем не будет. Мы, я думаю... Я еще секундочку. Значит, лагерь – это не нагрузка на бюджет. Это стопроцентная не нагрузка. Это, наоборот, инструмент, в том числе для зарабатывания денег, потому что не только наши дети. Вот мы обсуждали цену за 2 недели 37 тысяч. Все-таки она такая для доходов кировчан. Она высокая, но она сложилась свет не из-за того, что мы... она такая. Мы уже рассказали. Да. Мы говорим о том, что в следующем году такой цены не должно быть по определению, потому что мы должны там заранее решить проблему по доставке детей самолетами, это проторговаться по чартерам не в мае, как мы торговали сейчас, там, да, а в феврале. Второе, мы так и не заложили в этом году субсидию на оздоровление детей в областной бюджет. Эта сумма нужна была 5,6 миллионов рублей, примерно на 800 человек. То, что сегодня получают наши родители, когда наши дети едут в местные лагеря. Значит, вот все это сложить и все составить, то однозначно, еще раз хочу сказать, никакого нагрузки для бюджета это не может быть. Это, наоборот, будет эффективный и хороший проект, который основная задача будет с каждым годом улучшать качество отдыха наших детей за счет вкладывания тех денег, которые будут продаваться с путевок, именно в модернизацию. Продаваться по всей стране, а не только в Кировской области. Ну, смотрите, я считаю, что тут не надо уходить в рыночные отношения. Да? Мы сначала, если мы сегодня видим, что у нас идет незаполняемость нашими детьми, в этом случае мы можем открыть двери для других. Вот, у нас Но остается... в приоритете должны быть только наши дети. У нас остается полторы минуты до рекламы. Ты говоришь, если мы сегодня видим. Вот все, о чем ты говорил, в моем понимании, должны были делать Центр детского и юношеского туризма и Министерство образования. Да, под сейчас присмотром. Я вижу, что это делали вовсе не они. И извини меня, пожалуйста, что будет дальше, скажи, пожалуйста. Кто дальше будет этим заниматься, контролировать, развивать и все вот это вот учитывать? Ну, вот насколько я так понимаю, что все... Можно ли гарантировать, что Министерство образования сделает это эффективно в следующем году? Кто их будет контролировать? Вот как раз сегодня... Лично, всего пофамильно. Сегодня выводы, которые были сделаны, и были уже люди наказаны. Я думаю, что еще будут часть людей наказаны за то, что произошло по срыву пионерского лагеря и отдыха наших детей. И я думаю, что сейчас будут сделаны, надеюсь, все выводы. Значит, пускай сегодня кто-то там считает, что это жесткая мера, она не жесткая, она вполне там ответственна, и я считаю, что если бы это было в моих полномочиях, ответная бы реакция была еще более жесткая за то, что там произошло. Я просто все нюансы не говорю, да, когда у нас там непонятно, кого все-таки ждали взрослых, чтобы они там отдохнули, или все-таки мы детей хотели туда отправить. И... Да, потому что все-таки теннисные-то столы были в работе. Да, на фотографиях же есть, там кто-то же играл, да. Кто-то отдыхал, кто-то на море ходил, то в принципе,
принципе, как бы курорт, с моей стороны, там лагерь открылся только для взрослых, пока там, да, значит, и вот это, ну, это вообще полное безобразие, это, ну, как бы даже нельзя писать это все вещи, то наказание вполне там заслужено, все это правильно, значит, единственное, что были бы сделаны выводы, определены ответственные люди от начала до конца, чтобы в следующий раз там точно понимать, с кого спрашивать, и, конечно, сама форма и направление должно поменяться. Все-таки должны прийти люди, не те, которые никогда этим не занимались, а именно те люди, которые точно знают, что надо делать и как это делать. А ты таких знаешь людей? Я, конечно, знаю. Я больше вам скажу, что мы, в принципе, сегодня видим этих людей не, даже не с нашей территории. И в Крыму есть, и в Алуште. Я правильно понимаю, что... Что есть будешь... люди, которые готовы местное все выполнять. Наша задача только их снабжать как бы путевками, обеспечивать там зарплату и все прочее. Все остальное, что касается организационных процессов, да, на территории. Это все можно делать силами местных людей, которые в этом профессионалы, потому что Крым всегда был местом отдыха. Я правильно понимаю, что ты по-прежнему будешь контролировать по мере там, сил возможностей? Ну, пока я депутат Заксобрания до сентября месяца, я однозначно буду за этим наблюдать и следить, и сделаю все для того, чтобы мы не потеряли этот лагерь. Потому что я считаю, что это очень правильное направление. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Через 2 минуты снова в студии «Особое мнение» Дмитрия Русских. Продолжается программа «Особое мнение», и свое особое мнение сегодня высказывает депутат Законодательного собрания Кировской области Дмитрий Русских. Я напоминаю слушателям, что есть возможность задавать вопросы на сайте echokirova.ru нашим спикерам. Мы обычно накануне выкладываем анонс, и вы можете туда писать, потому что мы не принимаем звонки в прямом эфире в программе «Особое мнение» у нас здесь, в Кировской студии. И когда вы звоните редактору там за стеной и что-то говорите, мала вероятность, что этот вопрос попадет к нам на стол. Поэтому не ленитесь, пожалуйста, заходите заранее, пишите свои вопросы заранее. Вот, мы короткий вопрос, короткий ответ, потому что ты сказал до рекламы, что я буду заниматься лагерем в Крыму, по крайней мере, до тех пор, пока остаюсь депутатом, а мы знаем, что выборы в ОЗС, областное законодательное собрание, 18 сентября. В сентябре месяце, и у меня вопрос, ты идешь на выборы? Свет, но я же уже много раз на протяжении года говорил. На протяжении года у тебя менялось настроение? Ни разу не менялось по этому вопросу, и я там ответственно говорю, что я очень редко меняю вообще свои позиции, потому что если я что-то сказал, то так как мужчина сказал, он должен сделать. Значит, на самом деле у меня позиция не поменялась, на выборы в Заксобрание я не иду. Это 99,9%. Так, а на выборы в Государственную Думу? А тем более, потому что уже все списки озвучены. И в Заксобрание? И в Заксобрание, то есть и ты... в Заксобрание. Что бы тут ни говорили, может быть, тебя ведут на выборы, тогда скажи. Но просто мне не верится, что ты собираешься оставить эту деятельность. Свет, ну вообще я не был никогда бараном, меня нельзя вести. Я принимаю все решения самостоятельно и голосую самостоятельно. У меня нет ни руководства, ни каких-то там обязательств перед кем. Окей, второй вопрос. Ты собираешься абсолютно оставить политическую деятельность? Я не знаю, но вот ты меня спрашиваешь про Заксобрание, про Госдуму и про выборы 18 сентября, я говорю, что я в них не участвую. Вот и весь ответ. Есть еще в следующем году городская? Ну, вероятность очень небольшая, но вот давайте год подождем, потому что в данном случае мы сейчас обсуждаем период тот, который сегодня наступает, и он уже наступил практически, и я, в принципе, как бы свою позицию не поменял. Хорошо. Мы не можем обойти эту тему естественной стороной. Сейчас прям происходит в Мосгорсуде заседание, где решается вопрос об изменении меры пресечения в отношении Никиты Белых. Уже час идет заседание, сведений о том, что какое принято решение, пока нигде не появилось. Да? Но, тем не менее, я бы хотела просто оттолкнуться от новостей. Но раз их нет, значит нет. Во-первых, я хочу твой комментарий по мере пресечения, которая сейчас избрана. Да? Считаешь ли, что она излишне жесткая, как большинство экспертов говорит, и не только в отношении Никиты Белых, а вообще в отношении людей, которые подобным родом обвинениям сидят? Что думаешь? Ну, смотрите, мы очень много об этом вообще говорим, что за экономические различные преступления, как бы, тем более до решения суда, может быть совершенно другая мера заключения, или подписка о невыезде, или домашний арест. То в данном случае, вы помните, что у нас госпожа Васильева,
постоянно сидела под домашним арестом. Иногда даже гуляла. Да, и гуляла по дорогим магазинам в городе Москве, ее видели там, все прочее, да. То в данном случае тут какая-то идет выборочная часть, то, конечно, я однозначно за то, чтобы, по крайней мере, до решения суда, значит, люди, которые связаны с экономическими преступлениями, находились или под подпиской о невыезде, или под домашним арестом. При всем при этом, надо там четко понимать, что на самом деле ситуация там с арестом губернатора очень, конечно, на самом деле такая странная, интересная. Ты, значит, внимательно следишь? Ну, я внимательно слежу, читаю все точки зрения, читаю очень много различных СМИ, в основном федеральных. Буквально сегодня прочитал очень интересный смысл, написала «Новая газета», значит, о ситуации. Ну, через «Новую газету» чуть не ежедневно идет такой слив порциями маленькими. Они заявляют, что у них есть свой источник. Ну, наверное, я думаю, что у нее, наверное, этой газеты есть, потому что она очень часто дает совершенно по другим даже делам такую информацию, которую никто не дает, и потом она там оказывается, в принципе, правдоподобной, и многие СМИ начинают на это там ориентироваться. То в данном случае много тут можно что говорить и рассказывать, и, наверное, если ты меня спросишь, там, подстава или не подстава, ну, наверное, подстава. Но в данном случае вся проблема-то в том, что, ну, как бы ты... Тебе подставляет, ты можешь это или подставиться, или не подставиться. То в данном случае на подставу ты подставился. Угу. И, конечно, это, тут этот куплет из песни не выкинешь. Но как это все происходило, какое будет решение, и как это все будет дальше протекать, ну, очень сложно сейчас на самом деле оценить. Давай тогда не будем это оценивать, но то, что ты точно можешь оценить, это проекты, которые были в области инициированы Никитой Юрьевичем Белых или поддержаны Никитой Юрьевичем Белых и под его непосредственным контролем и участием развивались. В частности, чтобы просто было воспринимать, там, может быть, в промышленность не пойдем, но давай вспомним аэропорт Победилова, и мы знаем, что именно при Белых Победилова заработал аэропорт, и там даже договоренности с авиаперевозчиками, как была история с Победой, Никитович непосредственно принимал участие. Вот вопрос. Можно сразу отвечу по аэропорту? Да, пожалуйста. То, что заработал аэропорт, и мы сейчас летаем в разных вещах, там, это плюс. Значит, а во сколько нам обошелся вообще этот весь проект, это большой минус. И мы об этом очень много говорили. То в данном случае у нас, вот если мы будем разбирать там практически каждое движение, там однозначно будут и плюсы, и минусы. Значит, нам просто надо будет со временем определить, больше плюсов или минусов. И цена плюса и минуса, она совершенно разная. То в данном случае, конечно, здорово, что у нас есть аэропорт. Я другой хотел тебе вопрос задать. Скажи, аэропорт будет... ты как думаешь, будет функционировать? Но, не будет запущен такой проект? Свет, вот смотри. Я к тебе вообще обо всех проектах, где присутствие губернатора было явным, да, вот его личное участие в переговорах и прочее. Есть ведь такие? Ты есть, не знаешь? Ну, я думаю, что по ПМИ это... Что-то с ними может произойти в отсутствии Белых? Или выстроена настолько сейчас системная работа, что ничего не произойдет, все будет подконтрольно развиваться, даже если придет и когда придет новый человек? Ну, смотри, по порядку. Если мы хотим все-таки жить там в 21 веке, то понятно, что для такого областного города, где живет полмиллиона, там аэропорт, он должен быть, и я надеюсь, что он будет, и ничего с этим не изменится, так как мы уже те большие суммы, которые мы постоянно обсуждали, уже в него вложили. Сейчас его, если только разобрать или взорвать, там, не дай бог, там, да. Значит, при этом я хочу сказать, что ведь в Кировской области и в городе Кирове всегда был аэропорт. И если мне память не изменяет, то в советское время... как бы он был один из самых больших в Приволжском округе и по своему количеству авиаотряда. Ты сейчас к чему это посоветуешь? Я к тому, что, понимаешь, как бы аэропорт, он всегда был и он всегда будет. И единственное, что, да, нам удалось его там за последние годы реанимировать. Он появился, ну, совершенно стал другого вида. Он стал встречать уже более большие самолеты. Дима, мы летать наконец стали. Ты-то, может, всегда летал? Я летал. Тебе скажу, что нет. Я всегда летал. И я, летали... может, последний год из нашего аэропорта. Слушай, только полетел. И летали и 5 лет, и 6 лет назад на Ан-24 под 3-4 пассажира. Бизнесмены. 3-4 пассажира. Вот, вы. Да. И ты среди них. Да, да. Но пассажиров. Это не говорит о том, что там была там очень большая цена, но просто вот считали, что все-таки самолеты это круче, чем... Так что ты тоже не утрируешь, что всегда все прекрасно работало без перерыва. Конечно, реанимировали, конечно, люди полетели, и пока ты являешься, например, депутатом Заксобрания, ты будешь поддерживать, что должен развиваться аэропорт. Ну, слушайте, если даже буду не депутатом, я все равно буду поддерживать и говорить, что мы живем в 21 веке, и весь мир летает самолетами. Да, расскажи мне про системную работу. Вот те проекты, тот же ППМИ, который поддерживал губернатор, сейчас Белых
его отсутствии работать будут, потому что система поставлена или есть угроза того, что могут забыть. Смотри, если они нужны, они эффективны, если как бы всех это устраивает, и население, и власть, и будущего губернатора, который тоже это оценит, то я думаю, что если это все укладывается в какие-то определенные рамки понимания и эффективности, все будет работать. То есть, все-таки ты сказал, и будущего губернатора? Но, слушайте, мы не знаем, какой придет губернатор, и мы не знаем, как он будет смотреть там на эту же, допустим, программу ППМИ. Потому что новая метла по-новому метет? Ну, а почему нет? И так всегда, к сожалению, происходит или не к сожалению, я не знаю, сложно оценить там, да? И после ухода там Николая Ивановича Шаклеина, там Никита Юрьевич тоже внес новые какие-то веяния, которые раньше не были, или были прекращены те, которые были раньше. Ведь вы помните, как бы история, там тоже всегда были большие дискуссии, сколько мы там тратили из областного бюджета там на команду «Родина», там, да? А потом как бы мы ушли из этого процесса, и плюс это или минус сейчас сложно оценить, потому что команда, если судить по команде, то это минус. Если там смотреть по областному бюджету, то это плюс, потому что мы там доходили до 150 миллионов в год на команду. Значит, то любое новое лицо, оно все равно однозначно будет что-то координировать. Значит, в какую сторону он будет смещаться, я думаю, точно он не скажет, что давайте закроем аэропорт. Но это просто безумие какое-то, да? Тем более, я еще раз говорю, мы туда столько вложили, что можно было 4 аэропорта открыть. Значит, при этом все те программы и та вся система, которая налажена, она хорошо работает, она эффективна, она не имеет какую-то коррупционную составляющую, она однозначно будет находиться в процессе работы. Тем более, если это нравится населению. Ну, по вот этим программам, если ты говоришь о ППМИ, ну, насколько я понимаю, это единственный сегодня путь, как бы сделать что-то у себя там во дворе, там, на улице, в поселке, в городе, и люди как бы ее поддерживают. Потому что я сам постоянно участвую, потому что ко мне в моем округе очень часто приходят жители. Значит, у меня ко мне обращаются главы районов, потому что там тоже они участвуют, а им надо какую-то составляющую денежную собрать из бизнеса, из населения, и потом уже получить из областного бюджета. То как бы она работает, она функционирует, и если раньше в самом начале какое-то было сначала негативное отношение, да, почему мы должны там за это платить, то сегодня как бы ситуация, она немножко другая, и каждый год количество участников становится все больше и больше, потому что есть примеры, когда люди во своих дворах там за 23 года делают какие-то правильные вещи и потом очень этим довольны. Кардинальные изменения даже. Конечно. Ну, вот тут как раз тебе дается там не просто рыба, а тебе дается удочка, ты иди и поймай эту рыбу. Ну, почему бы нет? Время нашей программы подходит к концу. Это было особое мнение Дмитрия Русских, депутата Законодательного собрания Кировской области. Нет сообщений об изменении меры пресечения. Ну, я думаю, что она, мне кажется, что ничего не изменится. Твоя версия, что ничего не изменится? Нет, я думаю, что все останется так, как есть. Да, мера останется той, которая сегодня присутствует. Может быть, через какой-то промежуток времени, через 2 месяца там заканчивается. Может быть, она изменена. Но мне почему-то кажется, что в таком... Не сегодня. Не сегодня, да. Будем следить за ситуацией, слушайте новости, мы будем там все рассказывать, что сейчас будет происходить в Мосгорсуде. А пока прощаемся. Да, спасибо всем слушателям, приятно было в очередной раз с вами быть. До свидания.